Митинг памяти воинов-интернационалистов, посвященный 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, что проходил в городском саду 15 февраля, был многолюдным. Почтить память героев-афганцев пришли представители городской и районной властей, военные, милиция, чиновники всех рангов, служащие, молодежь и дети, но главное – ветераны войны в Афганистане. Поминальную панихиду отслужило местное духовенство, настоятели измаильских церквей и их помощники. Не было в этот день ни речей, ни вручения грамот и медалей. Но, как ни странно, торжественность момента от этого стала еще значимее, как будто молчание объединяло людей. После панихиды присутствующие возложили цветы к памятнику героям, погибшим в Афганистане, и пошли подкрепляться вкуснейшей гречневой кашей с мясом и фронтовыми стаграммами, которые обеспечила им полевая кухня местного погранотряда. «Афганистан, ты боль моей души», так назвали во Дворце культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко вечер памяти героев-интернационалистов. Грамоты и подарки вручали в этот день ветеранам войны председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Сергей Жилинский, заместитель городского головы Сергей Баткилин, заместитель председателя Измаильской районной госадминистрации Петр Хаджиков. Поблагодарить всех тех, кто 26 лет назад пересек границу и вступил в нашу родную землю, выполняя свой интернациональный долг. А музыкальные подарки героям дня и их родным дарили в этот день женский вокальный ансамбль «Гармония», клуб бального танца «Dream Dance», клуб спортивно-эстрадного танца «Конфетти», хореографическая группа «Шерри Дэнс», вокалисты Наталья Облакова, Татьяна Заболухина, Диана Шпаченко и другие. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».